Помните это выступление Ельцина в Конгрессе США? Следующий день будет мирным. В этом дне будет меньше страха и больше надежды на счастье наших детей. Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Уже 32 года нет ужасного СССР. Как там с перспективами мирной жизни на планете? Что с дружбой народов в бывших советских республиках? Жизнь стала спокойнее и безопаснее. Люди с уверенностью смотрят в завтрашний день. Странно как-то. Ушли от тоталитаризма к свободному рынку, а ненависти, жестокости и террора стало больше. Наверное, это все эхо кровавой эпохи коммунизма.